Задержан ранее неоднократно судимый 23-летний житель города Уральск, который совершал кражи автомашин на территории областного центра. Он за два дня совершил кражу двух иномарок Toyota Runner и Mercedes 124 и продал их в пункт приема металла. Похищенные изъяты в данный момент по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3.